Ни хрена так и не можем больше попасть на рыбу. Ё-моё, опять зацепилась. Ходим, мучаемся, плаваем, как два бегемота в болоте. Ходить вообще хреново. Оп, взял. Средненький. И все. Не говори, блин, так поперло. Хап, 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 и потом хуякси нету. О, нифига, тут опять глубок. Я видал, на глаз стоял, рыбачил, нихуя, эту опять наживил, хуяк сразу взял. Пройтись с этой херней в обратку. Но прям в дырочку. Что, ни хрена? И тут тоже. Ёпта. Что такое-то? Надо, наверное, по чаю, Саня, да? Ага. Главное, блин, с первой лунки повезло сразу. Да? Главное, с первой лунки сразу повезло, а потом хрен там. Пятачок.
Эта лунка тоже прямо опустела. Видать, все до остатка с нее выдернул. Сейчас мелкий пошел. Хорошо, хоть не дождь. Вроде укатали его правильно все. Сейчас прикинь, если в ту сторону начнет клевать. Видишь, я вот эти же разбурил, бесполезно. Вот эти вот? Да, вот полностью пошел вот так. Вот так? Вот так? Попробуем сейчас свежие луночки в другую сторону разбурили. Посмотрим, что будет. Может и повезет еще раз. Так, а это что? Лунка или что? Непонятно нифига. След. Че? Ну такая же фигня. Может, какое-то время угадали, что он питался, но. Да ё-моё. Глубоко, ага. Или течение так тащит. Оп, травы набрал. А, тяжелый у тебя? Жарко, да? Привычки. То зима была, то хренак с тепло, ноль. Пока к теплу привыкнешь, уже опять мороз. О, нифига, тут еще глубже. Что-то яма какая-то. Может, не угадали мы чуть-то. Может, правда, неправильно раскатали. Да нет, в принципе, так его и бурили. И сюда тоже бурили. Правее. Да, конечно. Как бы не так угадать бы с этим отгулом, блядь. Что-то не понял, то ли клюнул, то ли что. Да ёлки-палки, блин, только присесть хотел. Показалось, что ли, что клюнул. Блин, как будто его просто нет, да? А ты вот эти, да, тогда ряд проходил?
Эй! Это прицепился прям, не брал, а это. Прям поднимал он, походу, просто прицепился. Прям вот тянуло он просто, как этот, когда щуку блеснейших решить, так присосал. Еще раз клюнул и все, и не стал брать. Да и неплохо так брали-то, они сразу сходу прям. О, хорошенький. Куда? Сейчас попробуем. Ну ты тот раз-то по этим лункам прошел, не было же? Я бы единоглаз попробовал, но я тут лунки черные. Здесь? Да. Ну взял так хорошо. Только что не сразу. Да? А почему так? Опа, ударил. Ударил, но, видать, не попал. Оп-оп, берет. Заглотил прям всю. Нифига себе, он ее туда прям в горло. Ну. Первый раз не попал, а второй раз удачно он попал. Какашки с него сыпятся. Наелся. Наелся уже. Что, брал? Это он тебя дрочил. А? Это он тебя дрочил. Тут половил это лунок 10, наверное, всего, да? Ну, конечно, тоже хуёво, что говорить. А там мы сколько с тобой лунок нахуярили. Да. Первый день 6 харюзов, ну. Второй день, блядь, сколько там, 7 или 8. Не рыбачили. На блесну только рыбачили.
Ну, по блесне, он, видишь, он, блин, мажет очень, блин, часто. Вообще. Вообще, очень много у него промахов. Сколько помню, рыбачил тоже раньше на них. Блесен-то до хера дома, но я на них вообще перестал рыбачить. Он вроде стучит. Да. Ну он вроде стучит по ней, блин, мажет. Не знаю, какого хера ему надо-то, блин. Это что, черная нажимая? Да. Прям тихо-тихо. Еще по повороту пройтись. Если там бензина хватит сейчас. О, глубина тут меньше. Весной тоже он, видать, откуда-то скатывается на этот плюс, да? Опа, взял. Блять. Оборвал нахуй. Ёпарас это. Мормышки там. Все, видать, узелок устал. А, узелок? В смысле, это, на этом, на мормышке на самой. Там об край его. Шик-шик-шик-шик. И все. Хороший хариус был. Сейчас другую маленько попробую. Да. Они у меня опять по карману порассыпались. Позацеплялись нахуй все в кармане. Вон она, видишь, какая. Тоже крючок хороший, крепкий. Чё-то заебались. Калёный, правда. Ага, видно, ну. О, гудит буран. Ездит там, буровит. А он, если садится, он его обтаптывает и бросает. Ага. Ну, ставит его наверх, чистит и уходит. Сколько раз видел бураны вонны. На. Бросает, часто видел, бросает. Раз ехал, буран стоял, потом дальше карабин стоял. Бросил, видать, устал уже, пиздец.
Так. Все, взял? Почти это, почти икра. Пошли, говорит, мамку, пошли папку, пошли брата, сестры, а сам не попадайся. Этот у нас грузин деревни. Тот, блядь, это, не водили раньше, когда селедку. Че? Лес шумит. Под ногами шумит вода. Не, вот подтащим, когда... Налимы эти, он уходит с палкой хуярит. Где твой папка? Где твоя мамка? Какого хрена один пришел? Еще с акцентом так, блин, прикольно, но. Ну, хорошо, сразу. Ну, посмотрим, как эта пиписька будет работать. И будет ли вообще. Обломно, когда обрывает, да еще с рыбой. Да. Так вообще не прикольно. Ага, это по кивку смотреть, по это полегче мормышка. Хотя больше, да? Ага, подлиннее. Вроде бы. На повороте заезжаем. Да, где-то там. Ну, блин, тут ты через порог хуярим. Уже страшно нахуй. Ну, пока-то нет, не шибко страшно. Вот заезд же, вот там вот ручеек вот этот вот. По ручейку всегда заезжали, по лесу объезжали. Да, да. Та не видать зимой. Ездят, когда поэтому по порогу хуярят. В том году я вот приезжал здесь, он вообще его не было. Ни льда, нифига. Я тоже прямо сунулся сначала. След был. Херакс, дальше все, вода чисто. Но. Я тоже там кое-как на месте развернулся, но сюда полез. В том году как-то бураны по-другому ушли в это время все-таки. Да. Он это, поморозней был же. Снег рыхлый был, не такой тяжелый. Это тоже все обманчиво, уехать можно. Там спокойно, блядь. И тут глубина все меньше и меньше идет. Кое-как, наверное, хватает для Харюза. Уже не так глубоко, как там. Блять, да ёбаный ты в рот. Сразу прям оборвал нам. Блять, хорошие экземпляры. Хороший, но харит. Привезу. Что такое? Две мормышки подряд утопил.
попробую в скрутке, как будет держать. Об край, походу, вот тут рвет. Ё-моё, блядь, как жалко. Мурмульки уходят прям. Уходят прям мурмульки. Шики нету. То ли об край льда рвет, то ли, блядь, на мормышке, нахуй, непонятно. Смотри, на эту зелененькую клюнул. Херню. Блять, да что такое? Да, сразу взял. Оп. Да, мелкий. Ну, средний. Ладно, все хоть сюда не зря приехали в этот раз. Да, конечно. Ладно, блядь, какой ценой. Круголя нехилого описали. Если бы мы сразу прямо пошли, мы бы вверх не дернулись бы. Я так думаю, да? По дороге бы воду въебались бы где-нибудь. Это что такое? Там гремело, как будто, блядь, дерево грохнулось. Треск такой был. Дерево, видать, свалилось, ну. Там тоже вчера видал, обратно ехали, березина упала. Березина или нет? Да, березина. В том году-то этот ураган, когда дунул, ё-моё, весь зимник заваленный был, ну, этими ёлками, бля. Всё, смотри, один ушел, один попал. И нету. Вот в том году мы с Лёхой, когда поехали, у нас четко срослось, что мы сюда тоже шли тяжело. Тут вот порыбачили, считай, на этом плёсе. В этой избушке переночевали, в следующей. А утром нафиг шуршали, как эти, блядь, по морозу. Вообще туда вверх без проблем улетели. Дорогу задержал, снег, да? Хотя воды было снизу, ё-моё. А корочка держала отлично вообще. Ну и замораживала нехило ночью. Да, мы тут 3 дня проторчали, и все 3 дня ночью замораживало. Здорово. А днем отпускала напрочь. А потом что-то у него смены ни разу с погодой не совпали. А он как работает? 2 через 2? Да. Там у них хрен поймешь. То есть с 4 до 12, блядь, потом на следующий день с 12, блядь, до 8, но. Собирались по 12 у них опять сделать, не знаешь. Ну тоже один хер там. 2 дня отдыхаешь, на следующий уже все. Не вариант, короче. А подмениваться, если с кем-то, то пятерик смена. 5000? Да. Я что-то лихо. Хочешь меняйся, хочешь нет. Это мужики сами
Да, конечно. Оп, оп, блин, е-мое, упустил. Не засекся, что ли, нихера? Или с краю совсем, видать, порвало. Блять, пить охота, надо какую-то к себе кружку привязывать. Году мы также пробивали дорогу туда к Жениным этой избушке. Въебались в воду, а потом я на берег выскочил. И этот ремень сразу прикончил. Бомбардировский родной. А ты сам видел, какие ремни сухие. Да. Так у них других ремней нету, что ли? На эту модель нету. Они же все оригинал продают. Серый. Водопой перед отъездом. Я вспомнил, у тебя тут засыпано. Ё-моё, точно. Ну хоть этот залить, но а? Вода чистейшая, да? Вообще. Все, поперли мы до дому с небольшим уловом. Сейчас еще ширкнем лунки, которые вчера бурили. Проверим, пройдем, будет, что не будет. В общем, по-нормальному на рыбалку мы не попали. Ну, отдохнули неплохо. С вами, как всегда, был канал «Это не диалоги, а рыбалки». С вами был Костян, с вами был Саня. Всем удачи на ваших водоемах. И ни хвоста, ни чешуи вам, ребята. Пускай вам больше повезет, чем нам.